В магазине «Шиншилка» был приобретен данный туалет для приучения щенка к туалету. Он состоит из трех частей. Само основание, решетка и крышка-зажим. Изготовлен он из довольно хорошего пластика, совершенно без всяческих запахов, очень прочный. Размер мы можем с вами сами посмотреть. Длина лотка 58 сантиметров. Ширина лотка 38 сантиметров. Ну и высота бортика 5 сантиметров. Как я вам сказал, он состоит из трех частей. Само основание. Можно использовать и пеленочку. В двух вариантах. Можно пеленку располагать под решеткой в таком виде. Кладем на основание пеленочку, сверху лоточек. И зажимаем верхушечку основания. Тут довольно удобно, что собачка сходила по своим делам. Можно решеточку промыть и выкинуть пеленку со временем. Но некоторые собаки, я так понимаю, могут сначала бояться наступать на эту решетку, хотя решетка очень мягкая, нежная для лапок. Можно расположить пеленочку и по-другому, таким способом. Кладем сверху, чтобы не беспокоить лапы собачек, щенков, и зажимаем таким способом. Очень удобно, вся пеленка находится в зажимчиках, собака не может дернуть, покусать, расцарапать, порвать каким-то образом. Все аккуратненько зажато. Со временем, после всех посещений собаки в туалет, эту пеленочку можно выкинуть. И промыть лоточек. Как я сказал, лоток сделан из хорошего пластика, он легко моется, быстро сушится. Не впитывает в себя запахи собачьих испражнений. И очень удобно его хранить. Довольно красивый цвет. Не броски. Вписывается. Давайте теперь окончательно соберем туалет, чтобы посмотреть, как отреагирует животное на него. Мы используем все-таки пока что, вот порядка месяца назад мы его приобрели. Пока что мы используем его решеточка снизу. Пеленочка сверху. Располагаем пеленочку, кладем зажимчик, зажимаем. Вот наша собачка, это щенок у нас 4 месяца. Ну, конечно, она не сходит по своим делам. Ну, таким образом щеночек смотрится на этом лоточке. Я думаю, что и взрослая собака здесь может поместиться со временем, кто не любит выходить на улицу и гулять. И собаки уже в пожилом возрасте, которые уже проблемы будут у них, тоже с удовольствием сходят в этот туалет дома. Всем большое спасибо. Спасибо магазину «Шиншилка» за обслуживание. Будем и в дальнейшем пользоваться вашими услугами.